В Ульяновске продолжается строительство левобережной развязки президентского моста. Сейчас идет установка свайных оснований, бурение 5 новых опор и укрепление уже построенных. Ведутся работы и с коммуникациями. Длина дороги вместе с кольцом развязки будет составлять более 2,5 километров. Этот участок затронет территорию улиц Врача Михайлова и Оренбургской. На их пересечении уже проводится замена водопровода, канализации, газопровода, электрической сети, а также дорожного покрытия. Стоимость объекта – 2 миллиарда рублей. По словам директора департамента автомобильных дорог, эта стройка не только дорогая и масштабная, но и непростая в оформлении. Сложный объект, потому что мы проходим через земли Министерства обороны, и все работы, связанные, значит, на этих землях, значит, связаны с тем, что мы должны землю переоформить в областную собственность, плюс лесной фонд. В июне подрядчики должны завершить работы на улицах Верхней Террасы, чтобы возобновить движение личного и общественного транспорта. 18 июня эту работу выполним. До 22 июня мы должны уже начать вырубку леса и выполнить все мероприятия с Министерством обороны. Ну а далее, значит, до 1 сентября следующего года закончить строительство и сдать в эксплуатацию данный объект. Губернатор Сергей Морозов осмотрел участок и встретился с теми, кто отвечает за сроки и качество исполнения. Глава региона также обсудил дорожные цели и задачи с первым зампредом правительства. Чтобы жители Нового города и Верхней Террасы могли пользоваться этим мостом комфортно. И третья задача, то, о чем мы сейчас вот только разговаривали, это решить проблему Димитровграда. И Ульяновск, в общем-то, да. К решению дорожной проблемы, обозначенной губернатором, приступит в этом году. Планируется работа на автодороге Ульяновск-Димитровград-Самара. На ней будет проводиться устройство защитных слоев и ремонт 3 водопропускных труб. Всего в этом году планируется ремонт 107 километров федеральных трасс в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, новости Ул.Правда ТВ.